Любимый напиток Карины — это айс латте на обычном молоке. Мой любимый напиток — это вода с лимоном, Pepsi Zero и айс латте на кокосовом молоке. Мой любимый напиток — это айс латте. Любимый напиток Катюшки — это айс латте на кокосовом молоке. Любимое блюдо Ариши — это крылышки с картошкой. Мое любимое блюдо — это макароны с сосиской и сыр. Мое любимое блюдо — это крылышки с картошкой в духовке. Любимое блюдо Катюшки — это макароны с сосисками, конечно же. Аришин любимый цвет — черный. Мой любимый цвет — молочный и черный. Мой любимый цвет — это, конечно же, черный. Любимый цвет Катюшки — это белый, нет, черный и какой-нибудь нюдовый. Аришин любимый исполнитель, наверное, The Weeknd. Ну, навряд ли Трэвис Скотт и Нацелёт. И женщин — Бейонсе, наверное. Мой любимый исполнитель — это The Weeknd, а из женщин — это Ланда Рей и Сильда Лиза. Мой любимый исполнитель — это Трэвис Скотт, Дрейк и еще много-много зарубежных исполнителей. Любимый исполнитель Катюшки — это Доджа Кэт и The Weeknd. Любимый мультик Ариши — «Монстры на каникулах». Мой любимый мультик — Inside Out по-русски. «Головоломка». Мой любимый мультик — это «Монстры на каникулах», а любимый мультик Кати — это, наверное, тоже «Монстры на каникулах», потому что мы обе любим этот мультик, но, возможно, еще с недавнего времени «Головоломка».